Приближается к Каиру судно с длинными знаменами пророка. По матросам угадать нетрудно, что они с востока. Капитан кричит и суетится, слышен голос гортанный и резкий. Меж снастей видны смуглые лица, и мелькают красные фески. На пристани толпятся дети, забавные их тонкие тельца. Они сошлись еще на рассвете посмотреть, где станут пришельцы. Аисты сидят на крыше и вытягивают шеи. Они всех выше, и им виднее. Аисты – воздушные маги, и многое тайное понятно. Почему у одного бродяги на щеках багровые пятна? Аисты кричат над домами, но никто не слышит их рассказа. Что вместе с духами и шелками пробирается в город зараза.